Генеральный партнер программы «Новости» – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости Анапы регион. В студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня. Спасибо за труд. В городской администрации прошло чествование работников автомобильного транспорта Анапы. Медицинская помощь станет ближе для 3000 хуторян. Продолжается строительство амбулатории врача общей практики в Рассвете. Отдых с пользой. Анапские школьники проводят каникулы в лагерях дневного пребывания. 30 октября автомобилисты России отметили свой профессиональный праздник. В городской администрации прошло торжественное мероприятие, на котором чествовали работников автомобильного транспорта Анапы. Слова большой благодарности за ту работу, которую вы сегодня делаете, и в том числе и для города. Вы действительно и помогаете, и администрации. Вы просто не безразличные люди. И, конечно, сегодня те поздравления, те аплодисменты, которые вы сегодня получили, вы действительно заслуживаете. За вклад в развитие транспортной инфраструктуры города грамоты были вручены водителям предприятий «Старт», «Газель-Авто», «Автолайн-сервис», «Виват», «Кубань», «Пикар Плюс» и организации «Инвалид войны». Также благодарностью главы курорта были отмечены коллективы и руководители транспортных предприятий Анапы. И новости для всех автомобилистов. Кубань и Ростовскую область соединит новая федеральная трасса. Планируется, что она будет идти параллельно трассе М4 Дон. По данным краевого Минтранса, частью новой дороги станет магистраль, которая связывает Ростов-на-Дону и Азов. Ее строительство завершилось в прошлом году. Пропускная способность – 36 тысяч автомобилей в сутки. Когда начнется сооружение нового участка будущей трассы, пока неизвестно. Строительство амбулатории, офиса врача общей практики в хуторе «Рассвет» идет строго по графику, хотя и зависит от погоды. Об этом нашей телекомпании сообщили в управлении здравоохранения Анапы. Представители городской администрации побывали на площадке и оценили ход работ. В настоящий момент готовую коробку зданий штукатурят снаружи и изнутри, параллельно укладывая проводку. В этом здании площадью более 200 метров будет принимать врач общей практики. Учреждение будет оборудовано современной техникой и удобным для маломобильных пациентов. Здесь будут наблюдаться и получать помощь жители хуторов «Заря» и «Рассвет». Сегодня медики добираются к ним из села Гайкадзор. Туда же необходимо ездить на прием. Открытие амбулатории сделает медицинскую помощь более доступны для 3000 жителей муниципалитета. Прием будут вести у нас врач общей практики, он уже есть, он уже обучен. Мы укладываемся в график работ. Сейчас уже зависит, конечно, много от погоды, чтобы быстрее у нас высыхали внутренние работы, штукатурка. Но я думаю, что в этом году будет уже завершено и сдано в эксплуатацию здание. Анапские школьники проводят каникулы с пользой. В общеобразовательных учреждениях открылись лагеря дневного пребывания с кружками, викторинами, просмотром фильмов. Те, кто постарше, расширяют свой кругозор тренингами. Особое внимание уделяется безопасности. Маленькие рукодельницы шьют игрушки. Сами уверены, что в будущем навыки пригодятся. Но пока это просто увлечение, да и каникулы ведь. Потому что это интересно. Отдыхаешь. В 6-й школе сформировали 4 отряда. Как и везде, двухразовое питание на деньги, выделенные из краевого бюджета. Завтрак и обед. Жизнь в дневном лагере кипит с 8 утра до 2 часов дня. Здесь ребята занимаются бисероплетением, играют в шахматы и подвижные игры. Читают, ходят на экскурсии. Для тех, кто постарше, работают двухчасовые тематические площадки, дневные и вечерние. Здесь в рамках осенней смены собрали 88 старшеклассников, которые участвуют в волонтерских программах, организуют досуг сверстников, проводят спортивные, развлекательные или патриотические мероприятия. Обучить активистов, чтобы они потом смогли у себя в школах в дальнейшем продолжать активно работать, проводить те мероприятия, которые мы здесь им подскажем, и каким-то образом свой лидерский потенциал поднять. Валерий
Валерия состоит в волонтерском отряде «Горящие сердца». Они помогают ухаживать за зелеными насаждениями, принимают участие в уборке пляжей и других мероприятиях. Девушка считает, что эти каникулы она проведет с пользой. Это интересно, весело, много чему учат. Как общаться с людьми, как вести себя в разных ситуациях. Я смогу лучше находить язык с детьми, вообще с людьми. Красный сигнал светофора горит. Мальчику прямо по зебре бежит. Слева и справа визжат тормоза. Саша от страха зажмурил глаза. Так школьникам не в красках, но доходчиво объясняют, почему важно соблюдать правила дорожного движения. Как рассказали в городской администрации, безопасности детей во время каникул уделяется особое внимание. Был проведен межведомственный семинар, на котором присутствовали сотрудники ГИБДД, Роспотребнадзора, здравоохранения, на котором мы особое внимание уделили безопасности организации каникулярного времени детей, проговорили очень много о безопасности дорожного движения. Только лагерями дневного пребывания планируется охватить более 1000 детей. Кроме того, продолжают работать учреждения дополнительного образования, спортивные школы. Стоит задача, чтобы все, без исключения ребята, провели время с пользой, не теряя контакта с теми, кто может научить чему-то действительно полезному. Тоталитарные секты опасны. Жертвой деструктивного культа при определенных жизненных обстоятельствах сегодня может стать любой. С анапчанами встретился исследователь деструктивных культов Александр Дворкин. В своем роде это уникальный специалист, известный не только в России, но и за рубежом. Он рассказал анапчанам о новых вызовах, а также как уберечься самим и защитить своих близких. Кража личности. Так в двух словах можно охарактеризовать то, что делают с человеком тоталитарные секты. В той или иной степени его изолируют от близких, могут убедить отречься от родителей в пользу местного гуру, друзьями становятся члены организации. А далее все зависит от поставленных целей. Можно забрать имущество, объяснив, что истинное благо – работа за еду. Можно отправить воевать человека, который еще вчера был ярым пацифистом. С развитием современных технологий и ростом стрессовой нагрузки по-своему уязвим практически каждый. Во-первых, образование просвещение. Во-вторых, стараться ближе быть и больше смотреть за своими близкими. Если видишь, что человеку плохо, если видишь, что у человека кризис, что ему некому протянуть руки, необходимо помочь, не откладывать это, потому что если ты не поможешь сейчас, могут найтись те вроде бы там доброжелательные незнакомцы, которые предложат помощь и утащат его в секту, и вы даже не заметите как. И, конечно, в случаях там очевидного деструктива и нарушения прав человека необходимо писать заявление в правоохранительные органы, чтобы действительно можно было возбудить дело против организации. По словам сектоведа, такой механизм защиты сегодня реально действует, тем более, что есть культы откровенно антигосударственные, террористические или с элементами экстремизма, проповедующие превосходство определенного народа. Александр Дворкин действует с позиции православного христианства. Его пригласили анапские священнослужители. Как рассказали организаторы встречи, в Анапе тема деструктивных культов актуальна. Верующие, которых пригласили приходские батюшки, нашли лекцию полезной, особенно для молодежи. Михаил Мелешко называет себя материалистом, а встречу узнал от друзей. Говорит, что всегда приятно послушать хорошего оратора. Я думаю, что любая религия и христианство, как сказать, так, доминирующая русская, просто обязана иметь сектантов. Не может она не иметь сектантов, потому что каждая жизнь культурная характеризуется каким-то критическим к себе отношением. Можно ли назвать это сектантством? Я не знаю. Но борьба с сектантами тоже обязательно. В зале рассуждали и спорили. Поклонники йоги не согласились с тем, что она вредна для духовной сферы человека. В свою очередь, Александр Дворкин призвал, как он выразился, не видеть во всем сатану, когда зрители заговорили об изданиях, которые специализируются на мистике. Он также отметил, что центральной идеей сектантства может быть что-то вполне материальное. Есть примеры так называемых коммерческих культов, когда их участники вовлечены в продажу чего-либо, часто бесполезного, ставя сам процесс выше прибыли. А в повседневной жизни он порекомендовал не делать культа из потребления, когда человек живет ради вещей.
В ближайшие дни ожидается ухудшение погоды. Холодная осень больше не покинет Кубань. По прогнозам метеорологов, до 6 ноября по всему краю возможны град и дождь со снегом. Дневные температуры за эту неделю не поднимутся выше плюс 13 градусов. Ночью шкала термометра может опуститься ниже 0 градусов. В настоящее время наблюдается небольшое отклонение от нормы в отрицательную аномалию. Среднесуточные температуры на 2-4 градуса ниже последние 3-4 дня. А я напоминаю, что генеральный партнер программы «Новости» производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». Все новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4-й квартал 2016 года. Звоните 48 300.